Бюджет Саратовской области на 2016 год впервые за долгое время будет бездефицитным. Об этом заявили чиновники на заседании регионального правительства. Расходы и доходы казны на следующий год наконец удалось привести в соответствие друг с другом. Бюджет составит 68 миллиардов рублей. Из них значительная часть, 52 миллиарда, будет направлена на социальную сферу. Всегда дефицит практически у нас просматривался 10-15 миллиардов рублей. 10-15 миллиардов. Вот представьте, вот с таким бюджетом управлять ситуацией. Сегодня мы говорим про бездефицитный бюджет. По структуре его наполнения он остался прежним. По структуре. И нам принципиально важно понимать, что структура бюджета очень слабая. Правда, каким путем удалось добиться бездефицитного бюджета – вопрос отдельный. Деньги заложили лишь на самые главные направления, например, на выплату заработных плат. Да и то индексации в этом году не произойдет, не говоря уже о том, что почти не предусмотрено средств на ремонт социальных учреждений. Кроме того, в бюджетной сфере грядут увольнения. Например, в отрасли культуры планируют сократить 5% сотрудников. Себя представители власти тоже решили не щадить. В 2016-м лишатся своих должностей свыше 600 чиновников. Это сэкономит бюджету 2 миллиарда рублей. Федеральный центр в следующем году также урежет поддержку. Увеличение федеральных межбюджетных трансфертов относительно текущего года не ожидается. Наоборот, их общий объем снижен. Основное сокращение коснулось средств на софинансирование расходных обязательств регионов и субвенций на исполнение переданных полномочий Российской Федерации. Очевидно, что заданные новыми экономическими условиями общие характеристики бюджета достаточно серьезно ограничили наши возможности по финансовому обеспечению установленных расходных обязательств области. Потуже затянуть пояс придется не только областной казне. Жителям региона тоже придется несладко. По прогнозам на следующий год, рост потребительских цен составит почти 12%.